Программа концерта была продумана до мелочей. Зажигательные коллективные выступления сменялись чувственными соло. На смену эстрадным танцам приходили вальсы фламенко, менялся темп, но сохранялась общая динамика. За полтора часа зритель не успел устать, хотя посмотрел около 30 различных номеров и направлений. Подготовка заняла достаточно большое время. Дети готовились уже, которые занимаются долго, в районе года. Но были начинающие звезды, которых подготовка длилась около месяца, и для них сегодня первое выступление и большое событие в жизни, я надеюсь. Как первый опыт организации такого концерта, я думаю, что все получилось. Алиса Блудакова и Ксения Шульга – подруги детства. Вместе ходили в детский сад, а затем судьба их свела вновь уже в танцевальной студии. Из 7 дней в неделю 4 они проводят на занятиях. Хореография, вокал, плюс многочисленные репетиции. С близким другом такой напряженный график переносить легче. Ты всегда можешь рассчитывать на помощь, подсказку и поддержку. Я когда сейчас начала петь, я когда одна, мне вообще это что-то. А вот когда я танцевала со всеми, с группой, мне вообще не страшно. Ну, я бы привык. У тебя есть поддержка, кто за тобой смотрит и помогает тебе. Да. Ты можешь посмотреть движение, что там, как там творится, что там надо делать. А тут, когда один, все, сделал одно. Неправильно. Да. И оборвалось все. Такие дружеские тандемы для студии не редкость. При этом внутри себя коллективы не разбиты на группы, здесь все едины и смотрят в одном направлении. Не забывают и про преемственность поколений. Те, кто постарше, охотно делятся опытом, стараясь уберечь будущих звездочек от ошибок и помочь раскрыться. Поначалу у нас тоже был такой страх, но мы уже каждый год ездим на конкурсы и уже набрались опыта. Нам важно то, чтобы они перехватывали у нас только лучшие. И чтобы они учились на наших ошибках и были более уверены, чем были брали с нас пример, так сказать. Юные воспитанники студии охотно тянутся за своими старшими наставниками прямо во время концерта, пытаясь повторять движение. К танцам подключается и ведущая. Кажется, что будь перед сценой больше места, в едином танцевальном вихре закружились бы и зрители. Но вот звучит финальная песня героини нашего сюжета Алисы Булдаковой, коллективы выходят на общий поклон, организаторы благодарят за внимание и праздник заканчивается. Впереди опять месяцы тренировок, новые выступления и новый гала-концерт, на котором студия постарается в очередной раз приятно удивить своих поклонников. Мечтаю я сейчас.